мой самый счастливый момент, когда я защитил докторскую диссертацию в Белорусском университете. Через полгода я получил диплом доктора наук. С этим дипломом доктора наук я еду к себе в деревню. Приехал в деревню около дома, мама сидит с подругами своими. И я, значит, подошел, поздоровался, вынимаю диплом, говорю: мама, вот диплом доктора. Но там есть еще продолжение. А женщины сидят, вот она этот диплом взяла, им показывает: вот доктор наук. А женщины сидят и говорят: ну все, Катя, теперь Яша нас будет лечить. Доктором стал. Вот такой эпизод приятный, с таким этим, да, запоминающийся. Многие знают Якова Яковлевича как заслуженного профессора, ученого КФУ. Но мало кто знает, что он еще и фотограф. Яков Гришин представил Казанскому федеральному университету свою фотовыставку, где любой желающий может прикрепить к фото свое название. Мы хотели на этой выставке показать разнообразие деятельности Якова Яковлевича. Он не только крупный ученый, автор более 30 монографий, но он ученый с душой художника. Поэтому здесь на выставке представлены его фотоработы. Торжество в честь юбиляра прошло в рамках расширенного заседания ученого совета Института международных отношений истории и востоковедения КФУ. Яков Яковлевич когда-то выступил отцом-основателем института, а сегодня занимает должность заведующего кафедрой. В императорском зале университета собрались коллеги и друзья ученого. Не переставали звучать и слова благодарности, адресованные юбиляру, и бесчетные теплые пожелания. С таким выступил и ректор университета Ильшат Гафуров. Мучиться, радоваться нашим удачам, огорчаться нашим неудачам. Поэтому живите долго, Яков Яковлевич. На радость близким вам людям, на радость университету, на радость вашим ученикам, которые сегодня разбросаны по всему миру. Многие гости праздника делились добрыми историями о том, какую роль Яков Яковлевич сыграл в их жизни. Первый проректор КФУ Риясмин Зарипов, директор ИМАИФ КФУ Рамиль Хайрудинов, директор Высшей школы истории ИМАИФ Айрат Сидиков и коллеги института поздравили юбиляра, подарив Якову Яковлевичу сертификат на сумму, равную годам именинника. Также подарок, который коллектив родного института подготовил, — большой праздничный торт, оформлен в форме книги. Это, по словам директора ИМАИФ, символический 75-й том трудов ученого. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс.